Всем привет! За вот такое короткое время набрал немного телефонов. Вот такой вот у нас. Это сегодня выменял DeXP. Модель сейчас скажу. Это у нас ES550. Выменял я его сегодня. У девушки на дисплее вот такой вот скол. Я сначала думал на фотке, что это пленка. Ну, в принципе, мне это как-то все равно. Посмотрим, что за телефон. А косяки у него такие, видите, вот при включении есть сеть, а допустим через минут 10-15 оно пропадет, или даже может сейчас. Когда делаешь яркость сильно, у него, когда заходишь в настройки, вроде бы еще, сейчас скажу, полосы появляются. Вот, вот в этом месте вот. Появляются полосы такие прям сильные. Сейчас, если получится, даже покажу. А так у него Android 5.1. На телефоне. А, версия Android 6.0. Я даже еще и преуменьшил. Потому что на моем телефоне 5.1, по-моему, или пятерка Android, точно не помню. Вот. И еще такой косяк, у него не работает камера задняя, а только передняя. Вот как видно, только передняя. Как перевернуть на заднюю, я даже что-то и не могу понять. Вот фотка это сразу. А звук как у флаев каких-то. Такой, короче, непонятное что-то. Ну вот, в общем, такая модель. 2000 мАч, батарейка слабенькая, камера как у обычного китайца, вон тоненькая дырочка, вернее узенькая. Ну, в принципе, пойдет. Единственное, что она мне наколола сначала, не сказала, когда я ехал, она мне не сказала, что у нее там он сеть не ловит, вся фигня. Вот. Зарядку еще какую-то кинул, но, естественно, это не от него, как я понимаю, да. Здесь даже написано текст этот. Ну, в принципе, знаете, я тоже ей не андроиды отдал. Так что сейчас попробую прошить его. Ну, естественно, не сам. Сам я этим делом не занимаюсь, потому что я тупенький в этом деле. Вот. Ну, такой вот телефончик. Так, в принципе, ни царапин, ничего нету, за исключением того, той вмятины. Тут, видите, немного потертость. Ну, да ладно. Так, вот таких вот два Сименса выменял, А35-ых. Честно говоря, даже не знаю, зачем они мне. Просто у человека были, вот, взял и все. Я даже их и ремонтировать не собираюсь. Мне не понравились чем. Вот этим вот, то, что у них написано МТС. У меня до этого были, но такого вот еще не встречал я. Даже не знаю, рабочие они или нет, у меня даже батарейки нет проверить их. Знаете, как лишь бы было. Выменял. Так. Два вот таких вот. Вот они. Два. Две Nokia. Это у нас 6230i. В ушатанном состоянии. Один телефон от Водафона. Сейчас покажу. Что туда запихнуть бы. Ну вот. Половина клавиатуры не работает у него. Вот. Восьмерка не работает. Девятка. Семерка, решетка. Ой, звездочка. А, запутал. Ну и так не работает. Вот, сейчас выключим его. Вот, Водафон. Текс, батареечка.
второй смысла нет включать, потому что дисплей битый. И здесь у клавиатуры усики все выгнутые. И, кстати, на этом то же самое. Кто-то хорошо постарался. Состояние, конечно, убитое вообще. Два вот таких вот 5228. У него там и клавиатура была. Ну, по-моему, она, по-моему, есть. Как видно. Как видно, нет контактов. Тут все внутренности. Наклейки нет. И его продавали в магазине поддержанных телефонов за 500 рублей. Это я через знакомого попросил, он выменял его. Я его взял на запчасти к своим телефонам. Не знаю, может здесь сенсор живой, фиг его знает. А вот этот взял. У него он весь рабочий, но не работает сенсор. Так, частями работает и все. Кстати, когда прижимаешь вот здесь, вот начинает работать полностью. Я для этого уже взял маленькие тиски. Сейчас даже покажу. Такие вот маленькие тисочки. Попробовать разобрать его, склеить и зажать тиски. Сенсор. Попробовать его восстановить. А вот мои. Дальше. У нас такой вот Nokia 3110. Долго я такой искал, нашел. Дисплей взял с какой-то Nokia, блин, точно не помню модель. Я очень много там перечитывал их, с каких подходит, и с какой-то взял дисплей. Если что, напишу. Без крышки попался вот такой вот побитый, разбитый дисплей был у него. Его тоже там то ли за 200 рублей, то ли за 300 продавали. Музыку сегодня включать не буду на телефоне, потому что опять заблокируют видео. Я в предыдущем видео на 66.20 включал музыку, и мне опять предупреждение кинули. Потому что, типа, авторские права, вся фигня. Ну так, в принципе, рабочий телефон, клавиатура, вся работает. Крышку бы найти и стекло, ну то уже не важно. Потом, кстати, у меня от моего старого осталась еще книжка, вот такая вот. Вот такой вот у нас HTC, у него косяк, перестал работать вот такой кусок сенсора. При разборке я обнаружил то, что у него окислено там много чего, и одна дорожка перестала контачить. И поскольку я не мог пропаять своим паяльником толстым, потому что у меня паяльник здоровый, с вот таким вот жалом старым. Вот. И сегодня, кстати, сейчас покажу. Сегодня купил подставку для него. Вот такую вот. Она 250 рублей стоит, плюс подточил другое жало, вот так вот поуже немного, но это уже так, чтобы подпаивать. Пока в магазине был, увидел вот такой вот паяльник. Стоит он 1500. Вот такой вот жало. Кстати, блин, жало большое, конечно. На AliExpress смотрел. Есть вроде бы, но какие-то они не такие, как мне нужны. Там есть, но они вот такие вот коротенькие. Вот такие вот. А это толстое, даже не подпаять ничего им. У меня старый мой паяльник на 40 ватт. Вроде бы, а этот на 48. Ну, честно говоря, ожидал я чего-то лучшего. Большего. Так, регулировка имеется, включение-выключение,
Ну и больше ничего такого. Он был весь в какой-то, знаете, как машины шпаклюют. И вот пыль вот эта вот, грунтовки, шпаклевки, вот весь он. Ну, в принципе, он сейчас в ней остался. Только тупо прям засыпан прям сильно. У него каждое отверстие было забито этим. Я его, в принципе, не отмывал. Единственное, только когда разбирал внутри. Почистил его от пыли, грязи. И для этого взял паяльник. Ну, что-то я с жалом пролетел. Все равно не получится пропаять его. Вот у него. Здесь вот куска нету. Вот так вот. Косяков у него, конечно, достаточно. У него нет ободка. Батарейка сдутая. Сенсор не работает. Корпус такой раздолбан. На запчасти оставить. Мне нравится, что здесь две камеры, две вспышки. Какая-то 3D съемка, как я понимаю. Nokia вот такая вот. Nokia 200. У меня такие есть. Этот я взял только из-за того, что у него целый дисплей. Вот тут вот у него нет защелок. Здесь вырваны контакты. Ну, я его взял только из-за того, что у него дисплей целый. Потому что у меня таких еще два. Сейчас покажу. Короче, вот такой телефончик интересненький. Крышки на нем не было. Если было, в принципе, можно было таким его и оставить. Вот у меня есть черный. Вот такой вот. Ну, я раньше уже показывал, по-моему, в каком-то видео его. Тут тоже, видите, нет защелки. Зато здесь целое. Здесь дисплей битый. Корпус есть. Вот такой вот. С крышкой. И мой такой вот, который я до этого еще выменял, тоже дисплей разбитый. И в принципе можно отсюда с розового дисплея сюда кинуть, и все, будет красивый телефон. Вот так вот. Как говорил ранее, часто они стали попадаться. Где аккумулятор я делал? Состояние, в принципе, у него неплохое. Телефон, насколько я помню, рабочий. Вот у него гнезда не хватает. А так вроде бы боевой телефон. Это я уже, как у меня появится, там, не знаю, платы, может быть, на запчасти поменяю, а в принципе так оно мне не сильно-то и надо. Ты что с фокусом там? Ну, вот такой вот получился обзор у нас, небольшой. Всем спасибо, до скорой встречи.